Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня каждая седьмая семья в городе Бишкек проживает в съемной квартире. Это наша с вами статистика. Я бы сегодня хотел показать преимущества кооператива, почему приобретение квартиры через кооператив выгоднее аренды, если ее рассматривать вот в таком ракурсе. Ну, во-первых, ежемесячные платежи в кооперативе дешевле аренды жилья или приблизительно равны аренде жилья. Вот, например, в городе Бишкек, предположим, мы хотим купить квартиру, однокомнатную квартиру в городе Бишкек. В принципе, за 2 миллиона сомов мы можем сегодня купить однокомнатную квартиру где-нибудь в микрорайонах города Бишкек. Первоначальный взнос в размере 35%, который дает возможность пайщику встать в очередь приобретения, составит 700 тысяч сомов. Кооператив накопит остальную сумму, то есть 1 300 000, и купит вам жилье, и в месяц вы в течение 10 лет будете рассчитываться по вот этой сумме, примерно 12 833 сома с учетом ежемесячного членского взноса. Вот получается, смотрите, однокомнатная квартира, ежемесячный платеж приблизительно 12 833 сома. Сегодня, если вы даже снимете однокомнатную квартиру в городе Бишкек, приблизительно вы снимете такую квартиру приблизительно в районе 14 000-15 000 сомов как минимум. Да? Ну а если это в хороших районах, ближе к центру города, то стоимость однокомнатной квартиры доходит до 25 тысяч сомов. Именно почему даже покупка недвижимости через кооператив Best Way Let является выгоднее, чем аренда. В каком плане? Это в плане того, что в течение 10 лет вы выплачиваете кооперативу стоимость аренды, и через 10 лет эта квартира станет вашей, да? Поэтому это задача задуматься тем, которые вот каждый месяц платят аренду, да? Нужно задуматься над тем, как же сделать так, чтобы эта аренда стала вашей. Поэтому задумайтесь над тем, как приобрести жилье выгодно. Именно приобретение жилья через кооператив Best Way выгоднее аренды.